I came from the mud. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. В зале Тхэквондо спортивно-развлекательного центра Сан-Сити проходит семинар по этому олимпийскому виду спорта. По приглашению Ассоциации Всемирного Тхэквондо Кыргызстана проводит семинар главный тренер сборной Санкт-Петербурга, обладатель 4-го дана, тренер высшей категории ПАК Илья Филиппович. В Кыргызстане, ребята, это действительно бойцы, это алмазы, которые неограненные. Нужно приложить терпение. Они терпеливы, они очень умные, они сильные физически и психологически. Поэтому предпосылки все для этого есть. А рецепт простой. Объем работы и качество. Качество – это анализ и планирование. Объем работы – это работать много. Илья Пак не впервые находится в нашей стране. Уже на протяжении ряда лет он приезжает в Кыргызстан, чтобы поделиться своим огромным опытом. И гостям с берегов Невы у нас очень нравится. Здесь нас гостеприимно встречают, нам создают все условия для работы. Это первое. Второе. Кыргызстан обладает сегодня уникальной возможностью. Это озеро Иссык-Куль. Это второе. Третье. Здесь голодные до побед ребята. И четвертое. Здесь тренеры, которые тоже хотят реализоваться. Эти четыре качества, конечно, нас привлекают приезжать сюда. Отметим, что Илья Филиппович является личным тренером бронзового призера Олимпийских игр в Токио Михаила Артамонова. Именно Артамонов завоевал первую для России медаль на Олимпийских играх, чем задал тонус для всей российской команды. Обычно первым тяжело выступать, и как он пойдет, если он проиграет, настроение всей команды одно. Когда Михаил, слава богу, выиграл бронзовую медаль, мы, конечно, рассчитывали медаль высшего качества, но получилось так, и здесь грех нам жаловаться. Ребята взяли вечером эту медаль, пощупали, посмотрели. И в частности, олимпийский чемпион Максим Храмцов сказал, что в это время я почувствовал дополнительную энергию. И поэтому, слава богу, это послужило почином. На самом деле, российские тхэквондисты к Олимпиаде в Токио сделали колоссальнейший объем работы. К сведению, на Олимпиаде в Токио российские тхэквондисты, завоевав 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, заняли первое общекомандное место. Несмотря на это, Илья Пак считает, что у Кыргызстана гораздо больше возможностей для воспитания чемпионов. В Санкт-Петербурге я тренирую больше, больше 20 лет, с 1994 года. Я вам скажу так, из 100 детей в среднем, которые приходят в тхэквондо, до национальной команды дойдут 2-3, в лучшем случае 5, не больше, до национальной команды сборной России. В Кыргызстане умножьте эту цифру на 3. То есть 15 человек могут достойно представлять свою республику на международном уровне. Просто нужно грамотно работать и много работать. Грамотно и много. Поэтому здесь все бойцы. От слова все, абсолютное число. Ярким примером будет, я тренирую здесь разные группы, тренировал, и новичков, и маленьких, и которые первый раз пришли. Все терпят. Я еще не видел случая, провел 8 тренировок с детьми, где мне сказали бы нет. Я говорю, сколько сделаем? 5 или 10 раз? Мне говорят 10. Вот пример. По мнению Ильи Филипповича, в этом отличие кыргызстанцев от россиян, которые вместо 10 выбрали бы 5. Причем это не зависимость от национальности. Здесь тренируются и русские, и кыргызы, и корейцы. Делают, говорят, да. Когда я говорю, у тебя не получится, они говорят, мне назло. Нет, у меня получится.
Просто нужно нажать на правильные точки, и когда это правильно подготовить, они смогут раскрыться. У вас ребята очень способные, поэтому я не могу сказать, кто из них. Любого есть шанс. Нужно правильно работать. И много, повторяю еще раз. Спасибо. Чего я желаю вам. Спасибо. Впереди у Ассоциации Всемирного Тайквондо, которую в настоящее время возглавляет Алексей Пак, очень много планов. Уже есть программа сотрудничества со сборной Санкт-Петербурга, приезд которой ожидается в июле месяце. Но в настоящее время идет усиленная работа по подготовке спортсменов к предстоящим азиатским играм, которые пройдут в сентябре текущего года в китайском городе Ханчжоу.